Аплодисменты, занавес. Театр-студия «Чердак» закрыл театральный сезон. Артисты подвели творческие итоги года и наградили лучших из лучших. А на показе последнего в этом сезоне спектакля в Томилинском дворце пионеров побывала наша съемочная группа. Сейчас тебе пригодятся. Это крести. Меня нет. Что значит нет? А ну-ка иди поговори с ней. Главный герой французской комедии Жермен Виньон запутался в своих чувствах сразу к четырем женщинам. Ему предстоит нелегкая задача объясняться со всеми дамами сердца. На сцене театра «Чердак» сплетение чувств, юмора и превратности судьбы. Завершить сезон спектаклем «Моя парижанка» здесь решили потому, что именно в этом году постановка впервые вышла в свет. Этот спектакль о любви. Вот, о том, что когда по-настоящему любишь, то обязательно женишься. Мы его отыграли премьеру 8 марта, и вот хотелось бы перед завершением, уходом на лето, повторить эту историю, чтобы все ушли с хорошим настроением, это комедия, посмеялись. Это уже третий сезон в театральной жизни «Чердака». По его завершению актеры получают свое признание не только в любви зрителей, но и благодаря учрежденной в театре премии «Добро». И, кстати, вручают ее не только взрослым артистам, но и воспитанникам многочисленных творческих студий и мастерских, работающих при театре. Вот, например, в этом году тут открылось хореографическое направление. Ребята впервые выходили на сцену, они представили три танца. Но, может быть, еще не все так хорошо и гладко, как бы хотелось это в дальнейшем, и над этим работаем. Но ребята преодолели первый порог, сделали первый шаг и, по-моему, хорошо справились. На театральные подмостки актеры «Чердака», как обычно, в сентябре. Однако на лето у них тоже большие творческие планы, среди которых занятия с их юными воспитанниками и создание новых спектаклей. Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.